Расскажите про вашу гитару. Она выглядит старинной. Когда я ее покупал, она уже была старой. И на ней не было надписи? Нет. На ней была надпись вот эта. Вот эта странная штука, вот эти странные кресты тоже были. И, может, все. И на ней еще была надпись «Ventures». Я купил ее в Японии. Вы имеете в виду тех самых «Ventures»? Да, они тогда были очень популярны в Японии. Я купил ее в городе под названием Фукуока. В Японии? А за сколько? Где-то за 30 баксов. Всего лишь? Да. Но звучит она прекрасно. Да, это отличная гитара. Она вся была в грязи, и на ней оставалось всего 3 струны. Но она мне сразу как-то приглянулась. И я купил ее, и с тех пор она всегда со мной. Рожденный в 1967-м. Это вы, да? Но написано это было Мишей Козыревым, потому что он тоже родился в 1967-м. Миша. А кто такой Руслан? Руслан мой хороший друг из Владивостока. Очень классный парень. Он тоже музыкант? Нет, он не музыкант. Он раньше работал на радио. Он просто всесторонне талантливый человек. Он какое-то время работал на Чукотке, был диджеем. Он говорил, Браззавиль должны сыграть за полярным кругом. Очень крутой чувак. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».